witness to your... Ребят, всем привет! Только, кажется, недавно снимал такое же начало к видео. Прошло буквально где-то, наверное, недели три. И мы опять здесь же. Скорее всего, закрываем сезон. Так что смотрите, что из этого получится. Сегодня с Саней в экипаже. Для островов, когда шли, вроде нормально было. Сейчас вышли на более-менее открытое пространство, тут волна. Ну и вообще, в целом, по погоде все эти 3,5 дня будет, конечно, не очень комфортно ловить. Но куда деваться, ребят. Так что будем довольствоваться тем, что имеем. Ну вот, на этот раз мы в таком живописном месте. Я здесь ни разу не был, ребята были уже. Такие тут у нас приготовления. Соответственно, такой вот домик. VIP считается. Беседочка такая неплохая. Сейчас мы тут продемонстрируем. Вот. У нас основной боец Артемий наконец-то выбрался на рыбалку. Ну и вот такие два кубаря, скажем так. Довольно-таки уютные. Ну как-то так. Все, едем выставлять резинки. Ну так, визуально, в принципе, все нормально. Не должны заодно зацепиться. Просто если рыба схватит, она может куда-то в камни увести. Да, ребят, самую главную задачу выполнили. Поставили резинки. Более-менее все получилось без геморройно, потому что уже, как говорится, с опытом в данных видах рыбалки. Так что, надеюсь, улов будет уже сегодня вечером. Все, ребят, перекусили по бутербродику. Сейчас собираемся и на открытую воду на пару часиков. Ребят, время без 24, уже начинает смеркаться, а мы только вышли на открытую. Сейчас остатки вечерней зорьки добьем и поедем резинки проверять. У нас время 5 с копейками. Сейчас маневр доделываем, ну, минут 40, наверное. И вперед к резинкам, ребят. Поклевок не было, там у ребят пару поклевок было. Форельку грамм на 400 взяли, пока как-то так. Вон она, Сань. Ребят, всем доброе утро. Время 7:30, а у нас еще темно. Буквально 2 недели назад уже в это время на воде, как говорится, были. Сейчас такая темень. На открытой воде адовый ветер. Ну что там? Тихо? Ну, не дергайся. Есть же. Ну, не дергайся. Да я понял. Повыше, повыше поднимай. Неплохая вроде. Нифига себе, не дергается. Так, все. Так, чтоб мы... Так, ну там вроде... А, самоцеп? А, это ты ее. Все, огонь. Давай-то сразу же поменяем. Крючки, да? Не, ну неплохо. Давай. Ну давай. Я вижу. Погодка вроде более-менее. Ходим. Ждем выход. Да. Как я его вообще чувствовать-то перестала в один миг. Ну, загнуло так неплохо.
Курс держи, Сань. Блин, да рыбина-то хорошая. По-моему. Сань, возьми рукой шнур. И подтяни его сюда, быстрее. Планер еще дает свой смысл. Безусловно. Тут, короче, вроде как есть рыбка хорошая у ребят. Адовая рыбалка. Адовая? Вообще, рыбка. Вот это бомба просто. Это Кинг-Конг реально. А у вас меньше? Но это, мне кажется, 2800-3200. Вот что-то. А сейчас взвесим, я сейчас без мен дам. Просто жесть. Это такая здоровая. Это свиноматка реально. По-другому ее не назвать. Мы ее только так ее и назвали. Сразу поймали, говорит, это свиноматка. Вес не волнует. Да. Нет, вот, просто я нажал. 3340. Ну это рекордная форель. Чего? Пока у всех. 3300, бро. Цепи меня. Вот она просто свинья, да. А, есть, сныканная. Ну она... Сныка вообще. Покажи-ка. Нифига такая печенка. Тем, печенку будешь хавать? Да. Блин, ой, кряночка. Я думаю, по бутерброду там как-нибудь ему нарулим каждому. О, более. Там еще, смотри, ты чуть-чуть оставил. Да. Угу. Два. Бомба просто, ребят. Блин, такая крупная, да, довольно-таки. И вот еще, да, смотришь, вообще. Ну такая уже зрелая. Ну это уже. Есть. Ты был прав. Вон она, далеко. А, три рыбины, по-моему, Саня. Давай быстрее подтягивайся. Аккуратнее. Мокрый голос. Тут выход был. Ой, хорошая вот эта первая, смотри какая. И вторая тоже неплохая. Это было эпично. Блин, там вообще свинья адовая. Дальше. Сань, надо еще одну рыбину как-то. Дай-ка, Сань. Надо вот так, смотри. Дай мне ее сюда, вот эту я отцеплю сейчас. Вот это держи. Вот ее, давай. Я тут. Подтягивай эту. Два. Что, третья есть? Третья далеко. Тащи. Давай мне. Перепутается все. Да сейчас все перепутается. Вот так. Все, стой. Стой. На этом мы закончили. Вот это бери. Давай. Вот это выход тут, да? Ага. Довольно-таки неплохой рыбки. Я даже... Давай. Ну это фигня. Да. Это триплет называется. Сильно ты там поранился? Не поранился. Ну, ради этого триплета я готов. Так. У нас такой вот дождик бомбанул. В принципе, как и прогноз рисовал. Ребята еще там доставляются. На открытую воду рыбачить не пошли. Ну вот у нас получается еще 4 рыбки взяли. Вот такие, ну неплохие. Вот эти такие за килограммчик 2. Кило 200, наверное. Кило. Там еще 2 чуть поменьше. Ну и все. Уже практически 3 часа уже он смеркается. Что такое? А, на камне ее прибило куда-то. А что тут, вон поводок уже здесь прям был? А вот там вот что-то есть. А, вот рыбина. Тоже окунь, блин. И там дальше что-то... О, там что-то хорошее, ребят. Дальше хорошее что-то идет. Да. Форелька либо... Вытаскивай. Вверх ее поднимаем, Тох, вверх. Ага, наверное, форелька. Форелька, наверное. Да, или форелька.
Сик, по-моему. О, хороший. Красавчик. Ага. Такой грамм, наверное, на 500, на 600, да, если не больше? Это поболее, наверное. Это... Дай, покажи. Ну, бомба. Хотя бы дало, да? Да. Картина у него. Лёля, смотри. Хвост. Вот. Давай, вставай, блядь. Я сейчас прям в пакеты положу. Да. Возможно, самая крупная. Дай борта вот этого. Мне что-то поменьше. Сань, подсак возьми. Давай, вниз проходи. Я под свой телефон. Ты ж не знаешь. Я вот сейчас точно буду. Вот, Сань, не надо сюда, вот а там, сзади. Да вот. Беглянк. Вот это свинья. Это двойка. А чисто это поправляю. А что это? Есть рыба. Быстрее, что-то нормальное вроде. Вот это свинка. Больше ничего. Ну и этого. И этого достаточно, как говорится. Правильно я говорю? Да. Хорошая. Все, я поехал в резинку. Подожди секунду, Сань. Все, ребят, собираемся. Вот такая вот у нас коротенькая рыбалочка получилась на этот раз. Но результативная. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока.